Так, ну я приехал на поле, Серега уже здесь. Вот, нутовое поле. Северная утка пришла, и мы думаем, что она сюда летает кормиться. Но надо проверять, ждать. Сейчас мы станем, будем стоять до темна, посмотрим, идет она или не идет. Сегодня на охоту не надеемся, но надо проследить обязательно. Если нет, завтра будем смотреть, куда снимается с воды и куда уходит, пока не знаем. Шансы, конечно, вообще невелики. Но кто не пробует, тот дом сидит. Сейчас посмотрим. Поле огромное, просто огромное, я не знаю, 4 километра в длину, а в ширину почти километр. Ну, если она полетит, мы найдем, конечно, куда она полетит. И завтра на утряночку уже встанем. Но не факт. Просто в прошлый раз на гусей охотились, когда, если ребят не видел, кто, ссылочку я оставлю, посмотрите. Вот, мы заметили, что утка тоже поднимается с этого пруда и идет вот в эту сторону. А ближайшее поле, где кормится, это нут. Вот здесь он. По прямой ей лететь 5 километров. Ну и 5 минут лететь буквально. Поэтому, может быть, и сюда. Надо проверить. На утку всегда стреляю 5-ёркой, без контейнера. Крупнее дробь на нее не нужна. Но изредка 3-ка, если. Но это очень редко. Очень редко. И когда особые условия есть. Пока этих условий нету, стреляем 5-ёркой. Самый то. Много патронов брать нет смысла. Я думаю, что она не полетит. Поэтому возьмем на 2 заряда, если что у Сереги есть. Пойду вставать к нему. Вон он, метров 300, наверное, стоит. Как повезет, в общем. Нут валяется. Он прям как на шведском столе лежит. Я не знаю, сюда грех не летать ей. Ну, посмотрим. Это не единственное нутовое поле, конечно, в районе. Поэтому далеко не факт. Погода хорошая сегодня. Ветер сильный. Западный. Дует этот ветер. Всю листву сгоняет. Скоро уже морозы начнутся. А северная утка у нас приходит сюда перед морозами, перед самыми. И вот самое главное, найти ее, где она кормится, и поохотиться, пока лед не встал. Как только станет лед, она снимается, сразу уходит. Долго не сидит. Вот последние 2 года у нас не получалось. Она улетала, ее не было. А я чуть лешего не взял. И лежит ведь в багажнике. Есть ли? Или нет? Уже или полетит, или нет. Пока тишина. Ой, как солнышко только тут. Садится быстро. Чуть быстро садится. И ветер западный, последний, теплый. Там смотрел, морозы потом. В общем, друзья, ничего не прилетело сегодня. Как и ожидалось. Завтра мы поедем на вечерку вставать. Не на вечерку, а около воды встанем. И будем смотреть, куда она отлетает. Посмотрим только, так сказать. Это поле пустое. Все, мы его проверили, делать нечего. Парни, мы сейчас будем делать диверсию. У нас сидят утки. К ним нереально подойти, но к ним реально подползти. 200 метров надо ползти. И мы с Владиком поползем. Скажу сразу, на красоту выстрела мы не надеемся. Здесь немножко промысловые нюансы. Все-таки утка хорошая, нужно постараться стрелять. Вот там она сидит. Сейчас поползем. Ты готов ползти, Влад? Готов. Как собака поспит. Нет, не по каналу. Утки спалили, пошли от берега нас, потому что дальше по волне еще сидели. Но мы... И слушайте, тоже отплывает. Там он еще около берега сидит. Сейчас мы попробуем с другой стороны.
Короче, ждем мы с Владиком, когда наш хут прибьет. Там мы их взяли. Вот волной гонит сюда, потому что там глубоко и никак не добраться. А вся северная утка сидит посередине. Будем ждать вечерки, куда пойдет кормиться. Сейчас попробуем, если ее прибьет к берегу, еще где-нибудь подползти, если получится, конечно. Ровно час мы сидели. Одного прибило, селезня сейчас заберем. Остальных прибьет дальше, еще минут, наверное, 30 придется ждать, пока этого заберем. А вот сейчас заодно посмотрим, что у них в забу, куда они летают кормиться, хотя бы знать примерно. Сейчас еще не знаю, подойду я тут. В общем, уток, которых мы взяли на воде, у них в забу была кукуруза битком. Соответственно, мы находимся на кукурузе. Только поле 2, и куда летит она, мы не знаем. Там, где мы гуся стреляли, не факт. Владика отправили туда. Ну, сам изъявил желание, поедет. А мы с Серегой здесь станем. Надо проследить. На какое-то поле да полетит. И тогда мы будем знать, куда нам ехать, на утрянку и следующую вечерку. В общем, вот у нас вернулся Владик. Короче, Владик съездил. Смотрите, каких красавцев он взял. Вся она прилетела к нему. Посмотрел, где садиться. То есть правильно мы поступили. И завтра что на утреннюю зорьку. И, скорее всего, на вечернюю мы останемся. Завтра. Доброе утро. На утряночку мы приехали. Дождик льет. Начался ночью еще и льет. До рассвета еще минут 30, наверное. Пораньше приехали. Все, утрянка закончилась, не успев начаться. А скоротечно утрянка. Утка северная, приходит огромной стаей. Быстрее пожрать, она жрет, я не знаю, минут, наверное, 3-4. Быстро зоб набивает и сразу уходит. И вот если повезло, ты встал на ее пролете. Мне не повезло сегодня. Я выстрелил 5 раз, далеко. Одна упала, сейчас буду искать ее. Я нашел ее, живая, блин, сидела. Вот там и бежал далеко, камеру не взял. Смотрите, какая здоровая, северная. Ну все, самое главное нашел. Сейчас поедем посмотрим, что пацаны взяли. Короче, пацаны, там гусь сидит. Не знаю, может быть, подранок остался. Попробуем подойти. Нет, здесь. Вон он поплыл. Вон он. Все, попал. Опять взяли гуся. Это не дурака, конечно, но я не знаю, откуда он тут попал. Слушай, ну все равно тройка метров. Метров 40 минимум, да? 50. Да. Мне полтинник есть. Ну все, сейчас заберем. Так, Серег. Забирай. Хорошо, что оказались у нас забродники, но не мой размер. Я специально так положил, чтобы серый лес, да, конечно. Да, я так и понял. Вот. Вот идем забирать гуся. Подранок, скорее всего, был, потому что мы остановились, он даже не полетел. Ну, белолобик. Да, белолобик. О, хорошенький. Вот какой матросик. Вот это осень у нас в этом году. Не каждый. Слушай, да, смотри, какой упитанный. Да, он подними, он прям нормальный. Здоровый. Ну, с полем. Не знаю, у него эти целые крылья. Ну, зацепили. Но это только мы могли его зацепить. Ну все, отлично. Нет, сейчас посмотрим. Подожди, Серый. Я сейчас махну, прикину.
выпекаем. Далеко, бля. А вот пух полетел от одной. Не, смотри, что-нибудь упадет, должно упасть что-нибудь. Пизда, ебать. Далеко. Вон по низу одна. Вон падает одна. Все, прибили уточек наш. Серега забрал одну, я сейчас еще заберу. Еще две взяли. Она вся, вся села на середину вот этого огромного озера. Ее, конечно, тут не возьмешь. Но мы вечером будем ждать на поле все равно. А? Хорошенький. Во какой. Стреляли далеко, 70 метров. Ближе тут не подойдет. Никак. И все. А вечером? Вечером поедем. Немножко сядем по-другому. Не угадаешь, огромное поле, поэтому. Но все равно, я одну, я ее нашел. И Серега 3 сбил. Владик ничего не сбил. Владик вчера 3 сбил, зато вечером. Вот еще. Ну, потихоньку наберем. Вот оно поле наше. Огромное. Посмотрим, что сегодня. Понятно. Серый, он прилетит все сюда. Так, ну все, высаживаем одного. Так, тебя куда? Мне повыше, да, Миха, дальше. Не вот этот первый красный, а вот следующий красный-то есть. А, вон там? Вот так, на пригорке, да, и вот так вот здесь. Сколочку, и вот на этот пугор. Ну вот, да, а ты же туда хочешь дальше? А я дальше к посадке вот поеду. Вот я говорю, ты хочешь туда дальше, да, внутрь, да, уйти. Mm. Я так что, прям припады. Заезд посадки нашел. Отлично, сейчас я машину загоню, только ветки уберу отсюда. Поцарап. Вот это вот прям вот дерево, оно специально выросло здесь, походу. Так, ну все, я себе прорубил немножко. Сейчас заеду, вот так машину загоню передом. Все сложил. Сейчас пойду вставать. А, лешего еще. Лешего. Ну все, я копаюсь здесь. Такие вот бугорочки. Не знаю. Утром я когда сидел вон там, она вот, ну, летала здесь, как-то заходила оттуда, что ли. Друзья, тут еще хотел сказать такую вещь, что охота на северную утку, ну, по крайней мере, вот у нас, как она происходит, здесь нет такой красоты выстрела, то есть утка, она не летит там по две, по три, по одной, так вот, чтобы красиво. Как правило, она находит стаи. Может быть, партиями там голов по 30, по 50, может сразу голов 200 зайти. И заходит молниеносно, резко. То есть выцеливать можно, конечно. Но, как правило, выцеливаешь примерно опережение. Она летит, как рой пчел. Выцеливаешь опережение, и в основном все 5 выстрелов туда. То есть она падает, высыпается, падает на поле. Все, что под ранки, все потом находим. Если выцеливать по одной, просто не успеешь абсолютно. Она появляется быстро из темноты, то есть и надо успеть. Вот. И самое главное, то есть северная утка чем отличается от обычной, это я уже повторюсь, это гастрономические качества ее. Потому что, ну, по крайней мере, для меня, вот для жителей средней полосы, это считает, я считаю, это самой лучшей дичью, северную дикую утку. Я имею в виду из птиц. Я не знаю, как там рябчик на вкус, глухарь. То есть я на них не охочусь, спорить не буду. Но вот для нас вот северная дикая утка — это вообще супер. Я ее люблю даже больше, чем гуся. Гораздо вкуснее для меня. Поэтому выстрелы будут такие. Поэтому вот МР-ка, пятизарядка. То есть и если налетает рой, сразу стреляешь 5 раз. То есть пока вот надо успеть. Иначе выцеливанием, да, можно. Но, повторю, здесь немножко не та ситуация. Ну, конечно, сюда бы еще человек 7 бы не помешало, но нету больше. Никто не хочет. Поэтому будем надеяться, что именно нам повезет. Кому-то из нас хотя бы повезет. В общем, ладно. Ждем время. Минут через 30 она полетит. Если судить по вчерашнему дню, минут через 30. Сегодня еще хорошо. Небо чистое, закат ее будет видно подольше. Ну, в общем, надеемся на удачу.
Погнали. Все, полетело, ребят. Вон первая стая пришла. Что-то над пацанами никак она там. Вон она, может, на меня сейчас найдет. Она идет на... В стороне вот голов. Голов, блин, наверное, 300. Если не больше. Он заходит, на ребят заходит, в принципе. Немножко стороной вся идет. На меня пока никак. Падает. Готово. Не видел, сколько упало, но упали. Ну что, друзья, у меня вечерка завершилась одним налетом. Я выбил, ну, одна точно падала, я видел. Вторую уже не смотрел, тоже вроде упала. И третью вот утянул под ранок. Туда я обязательно буду его искать. Сейчас постараюсь вот это найти, это вроде рядом выцеливал. То есть у меня был один налет. Но эта охота состоялась, я доволен. Пацаны должны тоже взять. Стрелял каждый, но утка прошла мимо. Прошла дальше куда-то, видать, мы ее утром напугали, ушла. Пойдем искать. Вот я уже минут 30 хожу. Вообще тут ничего не видать. Все же задолбался, не знаю, где она. О, вот он лежит. Вообще проблема, вот не увидел, куда падал. Отличный селезнёк. Я вот не помню, упала вторая, не упала. Сейчас подранок у меня упал на гору, обязательно пойду искать сейчас. А вот здесь он, по-моему, одна выпала только. Сейчас еще пройдусь, посмотрю. Ладно, хоть нашел, слава богу. 30 минут ходил, вот 30 минут вот по этим бороздкам я... Просто не видно ничего, а примерно не поймешь, все одинаково. Это когда падает, вроде вот она, сразу не побежал. Ну и все, и потом пришлось лазить. Ну вот, друзья, смотрите, какая получается уточка. Она просто, она залитая салом. Течет вся, то есть вся жирная. И гастрономические качества ее, я не знаю, это для меня ни с чем не сравнится абсолютно. Никакая покупная курица, утка тем более, не домашняя. Вот осенняя утка лучше всего. И какая с нее картошка получается, вот такая вот отличная. Это вообще.